Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Міська рада на зв'язку». Я Катерина Тригубова, а в нашій студії сьогодні гість Валентин Гайдаржи, заступник Миколаївського міського голови. Вітаю вас в нашій студії. Говорити будемо про актуальні питання в галузі житлово-комунального господарства міста. Валентин Васильевич, ну саме така вже тема, несколько днів – це отопительний сезон, тому що погода іспортилась. Снизилась температура, и, естественно, этот вопрос стал остро. Буквально у нас было совещание, у вас было совещание, да, на котором уже озвучены были некоторые моменты по отопительному сезону. Давайте еще раз о них проговорим и, может быть, что-нибудь дополнительно еще расскажем. Ну, к отопительному сезону мы готовились, начиная с апреля месяца. Был создан штаб каждую среду вместе с членами штаба, представителями теплоснабжающих организаций, балансодержателей, руководителей социальной сферы, мы проводили эти штабы. Что было сделано в этом году в период подготовки? Ну, первое, учитывая, что тарифы на квартирные платы не менялись с 2009 года, за исключением двух изменений в связи с ростом ГСМ на вывоз ТБО и электроэнергии на лифты и коммунальное освещение, ЖЭКам было достаточно тяжело подготовиться к отопительному сезону, не имея источника финансирования. Поэтому местный бюджет взял на себя и более 3 миллионов на материалы. Прежде всего кровельное, запорную арматуру, изоляцию мы выделили балансодержателям, они приобрели и своевременно подготовились к отопительному сезону. То же самое в этом году значительно больше было выделено финансового ресурса на наши объекты соцсферы, и они тоже своевременно подготовились к зиме. И 100% имеют акты готовности. Готовы также их собственные котельные, установлены все приборы учета тепловой энергии. Наша соцсфера обеспечена 100% на каждый объект прибором учета, там, где это технически возможно. То есть, ну, допустим, есть поликлиника, которая зависит от теплоснабжения дома. Отдельно на нее не поставишь прибор учета, поэтому там может не быть. А если это отдельно стоящий объект, он обязательно оборудован прибором учета тепловой энергии. Что касается начала отопительного сезона, сентябрь и первая неделя октября нас еще радовали. У нас сегодня уже было первые сутки, когда температура была ниже, чем плюс 8, а именно 5,4 градусов. На исполкоме мы приняли решение о начале отопительного сезона для объектов социальной сферы. Что это нам даст? В 2 часа сегодня мы собираемся повторно с руководителями бюджетной сферы, с тепловиками. Наши руководители управления образования, здравоохранения, культуры, спорта, департамент соцзащиты мониторят температуру в каждом помещении. И при понижении температуры в помещениях ниже санитарных норм, они дают заявки теплоснабжающим организациям на подачу тепловой энергии. Они будут иметь такую возможность уже с завтрашнего дня. Чтобы мы сразу понимали техническую сторону этого вопроса. От Николаевской ТЭС до тех пор, пока она полностью не запустится, подать тепловую энергию на наше бюджетное учреждение невозможно технически. То же самое невозможно подать на объекты соцсферы тепловую энергию с районных котельных облтепла. Технически невозможно. Поэтому в облтепла 105 котельных. Есть 27 котельных, которые могут работать на бюджетное учреждение, прежде всего в садике и больнице. С них мы будем и начинать. Это первый этап по подачи тепловой энергии. Следующий момент. Нам для того, чтобы подать тепловую энергию на наших потребителей, на население и других потребителей, необходимо 3 суток плюс 8 и ниже. Ориентировочно по прогнозу это может быть понедельник. Ну, загадывать не будем. Каждое утро мы получаем официальный прогноз гидрометцентра и знаем, точнее не прогноз, а получаем температуру среднесуточную, и мы знаем, что нам делать дальше. Значит, какие могут быть проблемные вопросы? Ну, первое. Учитывая то, что Николаевская ТЭЦ отапливает где-то процентов 40, одномоментно подать тепловую энергию на все объекты они не могут. Все-таки сети там достаточно изношенные. Мы видели в течение года все аварийные ситуации, которые были. Земляные работы и на Чигриная, и на Московской, и на проспекте Мира. То есть очень много. Очень бы хотелось, чтобы в этом году таких проблем, как в прошлом году при запуске, не было. Ведь проблемы были в городе, но не на городских предприятиях, а на государственном предприятии Николаевская ТЭЦ и значительно меньше на облтеплоэнерго. Но еще раз повторюсь, там их было значительно меньше. Хотелось бы в этом году, чтобы запуск тепла прошел без сбоев, как это было, ну, скажем так, в нескольких микрорайонах в прошлом году. Это не имело
тенденцию по всему городу, но часть потребителей по Московской, часть потребителей по Чегрина получили тепловую энергию с опозданием. Еще одно направление, по которому мы работаем в этом году, оно долго обсуждалось, мусолилось. Я хочу просто проинформировать жителей наших, горожан, всех, кому интересна ситуация с приборами учета тепловой энергии. Значит, у нас 1763 дома коммунальной формы собственности, подключенные к централизованному отоплению. Из них уже оборудованы приборами учета по УКП 785, по Николаевской ТЭЦ 291. В работе в этом году у нас 306 приборов учета. Это 135 за счет инвестпрограммы планирует Облтеплоэнерго, 40 приборов планирует Николаевская ТЭЦ и за счет бюджета города 131 прибор. Значит, несмотря на то, что еще в прошлом году на селекторном совещании было сказано, что тепловики до 1 января 2017 года должны обеспечить всех своих абонентов узлами учета тепловой энергии, учитывая обращение жителей, наших горожан, мы в этом году совместно с городским головой провели совещание и определились, что, еще раз говорю, несмотря на обращение жителей в софинансировании 50% жителей, 50% бюджет, мы пошли по одному пути. Он всех устроил, я его озвучу. Значит, так как в каждом доме разное количество потребителей и нагрузка на, допустим, 9-этажный 5-подъездный дом одна на одного человека, а на 2-подъездный 3-этажный совсем другая. Там, где финансировались работы за счет бюджета, мы просили от жителей при их согласии. Значит, финансирование проектных работ, экспертизы и обустройство защиты помещений, то есть во избежание хищения. Минимальные затраты для жителей с одной стороны, с другой стороны мы видим их заинтересованность в том, чтобы этот прибор был. Все остальные затраты, это, ну, допустим, если первые две позиции порядка 10 тысяч, то монтаж и стоимость оборудования более 50-60 тысяч. В зависимости от диаметра прибора учета, от схемы прокладки, необходимости по материалу. Как идет реализация этой программы? Напомню, что в прошлом году мы всеми силами установили аж 18 приборов. На самом деле, так случилось? Ну, в прошлом году у нас был не самый хороший бюджетный год, раз. Второе, было очень много других проблем, которые нам надо было решать по ходу подготовки. В этом году за счет децентрализации, то, что неоднократно уже говорил городской голова, громада заработала больше денег, они были направлены в том числе, или даже не в том числе, а в первую очередь на нужды наших жителей, в частности и на приобретение приборов учета. Мы задействовали все организации городские, которые работали с бюджетом и имеют лицензию на эти виды работ. Их у нас в городе аж 6. Тем не менее, на сегодняшний день мы практически сделали все работы по подготовке. То есть получили техусловия раз, сделали проект 2. Еще 2 недели назад эти виды работ требовали прохождения экспертизы. Сейчас поменялось законодательство, и капитальный ремонт до 300 тысяч не подлежит обязательной экспертизе. То есть процедура ускорилась. Установили мы вместе с теплоснабжающими организациями на 95% заготовки. Ну, то есть осталось только, по сути, врезать один прибор учета. Это не влияет на начало отопительного сезона, потому что запорная арматура и трубопроводы в 95% из этих 306 уже врезаны и готовы. На сегодня установлено 64 прибора учета. За счет бюджета города, то есть там, где заказчик департамент ЖКХ, это 44, и Николаевская ТЭЦ установила 20. Планируется массированно по Облтеплу на следующей неделе установка приборов учета, и продолжать будет также Николаевская ТЭЦ и департамент ЖКХ. Как я уже говорил, последние 2 месяца я каждую пятницу провожу совещание для того, чтобы координировать эти все действия, потому что, ну, это очень важно для жителей. Более того, они проявили инициативу, и они потратили, пусть, ну, не софинансирование 50 на 50, тем не менее, для наших горожан это тоже деньги с их кошелька. Поэтому я надеюсь, что мы совместно реализуем эту программу. У меня нет сомнений по департаменту ЖКХ, практически нет по Николаевской ТЭЦ. Есть определенные опасения в связи с тем, что идет похолодание, успеет ли Облтепло. Поэтому
Еще раз говорю, что сегодня я буду их настраивать, работать без выходных, круглосуточно, но выполнить свою инвест-программу и обещания нашим гражданам. К сожалению, мы влиять на этот процесс не можем. Есть понимание, во всяком случае, по подготовительным работам мы видим, что движемся вперед. Будем надеяться, что все, что вы сказали, действительно будет реализовано так, как хочется вам и хочется другим специалистам, которые с этим связаны. Если можно дополнить по поводу приборов учета. Да, значит, мы надеемся, что в этом году мы сделали все, что можно, а в следующем году за счет инвест-программ «Облтепла» и «Николаевской ТЭЦ», если вы так быстро в первом приближении цифры посмотрите, нам останется чуть более 450 приборов учета совместно установить. Это инвест-программа «Облтепла», инвест-программа «Николаевской ТЭЦ». Я надеюсь, что нас депутаты поддержат, и за счет бюджета мы сможем выделить деньги и закончить в следующем году эту работу. Это мы говорили о многоквартирных домах, правильно? Да. Заговорили о децентрализации, да, то есть в этом году, получается, процесс децентрализации, он пошел на пользу, скажем так, городу и, в частности, жилищно-коммунальному хозяйству. С учетом того, что процесс будет продолжаться, он будет углубляться, расширяться, наверное, модернизироваться, и ситуация, ну, как планируют, да, руководители страны, будет становиться лучше с более так широким внедрением процессов децентрализации. Насколько вы видите, верите в перспективу того, что вот эти процессы будут и дальше влиять позитивно, в плане того, что денег будет больше, естественно, их можно будет использовать на хорошие и полезные вещи, в том числе и в вашей отрасли. Если абстрагироваться от политической составляющей и просто привести пример, что у нас по сравнению с бюджетом прошлого года заработали на 200 миллионов больше, то и дальше будет та же тенденция, то кроме приборов учета, это, естественно, не наша единственная задача, не наш единственный вопрос. Это одна из составляющих долгосрочной программы по модернизации жилищного фонда объектов соцсферы. На мой взгляд, на сегодняшний день, учитывая все-таки, 200 миллионов вроде как звучит очень много, но на самом деле это не только на ЖКХ, это на все сферы, включая социальную сферу. И с учетом инфляции это не так. Да, и так далее. Если, скажем так, поразмышлять вслух, то наибольший может быть эффект, и в том числе экономия, это по термосанации объектов социальной сферы. Во-первых, все понимают, что при Советском Союзе строились все наши школы, садики, больницы. Потеря на сегодняшний день у нас от 40%. Если стоят энергосберегающие окна и двери, то уже там, допустим, до 20%. То есть, на наш взгляд, самый быстрый срок окупаемости – это термосанация объектов соцсферы. Во-первых, там тариф выше по теплоснабжению. Во-вторых, там есть реальная возможность возврата инвестиций. То есть через 4 года, где через 3, где через 4, в зависимости от технического состояния, этот объект окупается. И в дальнейшем мы платим, опять же, с местного бюджета меньше денег на теплоснабжение наших объектов. Плюс ко всему, мы не должны забывать, что эти объекты посещают наши горожане. Садики – это, понятно, дети, школы – тоже дети, а больницы – все возрасты. И когда там некомфортно, неуютно, холодно, тоже не совсем правильно. Следующее направление, которое тоже мы бы хотели, опять это касается соцсферы. Я привел пример в самом начале по Николаевской ТЭЦ. Нам нужно планомерно уходить от централизованного теплоснабжения объектов, прежде всего, управления здравоохранения. Это мое мнение, я не говорю, что оно имеет 100% право на реализацию. Я высказываю его, дальше оно будет обсуждаться с городским ЛВ, с депутатами, со специалистами. Я просто озвучу, почему так. Если у нас температура трое суток плюс 8 и ниже, это уже практически холодно. Пока запустится Николаевская ТЭЦ технологически, теплоноситель до второго роддома на строителей, дай бог, дойдет на третьи, на четвертые сутки. Если там будет альтернативное теплоснабжение, неважно, электроотопление, любое другое, это должно быть техническое решение, возможность подачи тепловой энергии на этот объект будет зависеть только от готовности и от желания. Он не будет привязан к централизованному теплоснабжению. Я провел один пример. Таких очень много. Поэтому, во-первых, что это дает? Любая альтернативка все равно дает экономию. Второе, что немаловажно, может быть даже это более важно, своевременная подача качественной услуги
тем слоям населения, которым это необходимо в первую очередь. То есть, ну, понятно, роддом, почему, понятно, садик, почему любая другая больница. Вот смотрите, по объектам социальной сферы. Вот достаточно давно я работаю, и вы, соответственно, и мы с вами помним о том, что 5-6, где-то, ну, около 10 лет назад было большие были такие, скажем так, решения, да, и которые были воплощены в жизнь каким-то образом, о том, что каждая школа должна иметь котельную, да, вот такую, ну, говорилось. Это в основном было в районах, но в городе тоже мы открывали, я вот помню, что мы присутствовали на этих светлых моментах. Насколько вообще вот на сейчас, да, вот в больницах, в садиках, школах вообще где-то есть? Есть. Сколько их, насколько это много, скажем так? Вот сколько не достает, допустим, до 100% или там? Не, я бы не ставил так вопрос вообще. Почему? Потому что каждый, по-другому, да, каждый объект нужно рассматривать отдельно. Ну, возьмем простой пример. Насколько это нужно, да? Правильно? Я привел пример по роддому номер 2 на строителе. Есть роддом номер 3 на Намыве. Он может быть... Скажем так, он может получить тепловую энергию от трех источников. Когда-то этот микрорайон строил Черноморский завод. У него были три районных котельных. Он их закольцевал. Это котельная на Белой, котельная на Карпенко и котельная на территории Черноморского завода. Сети, слава богу, остались. Значит, дальше, 6 лет назад, за счет местного бюджета в сумме, по-моему, 30%, 70% госбюджета, была построена два новых котла, которые могут работать сугубо на этот объект. Дальше построена, опять же, с местным софинансированием за счет госбюджета когенерация на котельной на Белой, которая тоже может работать сугубо на этот роддом. То есть в данном случае высокоэффективное с высоким КПД теплоэнергетическое оборудование. Спрашивается, есть ли смысл ставить индивидуально? Нет смысла. Точно так я считаю, что каждому объекту нужно подходить индивидуально. Там, где мы не можем обеспечить своевременную и качественную услугу, и нам это дорого, это надо рассматривать. Там, где все это уже сделано, или оно не требует первой очереди, мы не должны на это тратить бюджетные деньги. Последняя школа, которую мы перевели на альтернативное отопление, 5 лет назад, школа номер 40, если память не изменяет. Почему это сделали? Она отапливалась от котельной глиноземного завода, теплотрасса более 600 метров шла по огородам жителей. Эксплуатировать было практически невозможно. Пока теплоноситель дойдет по разизолированной трассе, качества ни никакого, потери большие. Это я привожу примеры. Над этим нужно работать, скажем так, по каждому объекту, изучая, что нужно в первую очередь. Мы в этом году начали заниматься энергоаудитом всех этих объектов. Надеемся в следующем году выстроить сначала цепочку, в дальнейшем сделать программу и планомерно переходить. Еще раз говорю, там, где это технически необходимо. Следующий момент, к чему мы должны обязательно прийти, это термосанация жилых домов. Мы видим, как наши жители пытаются сэкономить свои деньги самостоятельно. Но, с одной стороны, мы не можем запретить, потому что мы не предлагаем им взамен что-то. С другой стороны, многие... Ну, скажем так, проезжая, видя, что здесь так сделано, здесь так, здесь один цвет, здесь другой, наверное, тоже не совсем правильно. Да, эстетический вид, да, эстетический портится, вид. Да. Но тоже нужно над этим работать и планомерно переходить на термосанацию, потому что, ну, простой пример, опять же, по Намыву тому же. Черноморский завод в свое время построил, он сам себе проектировал, сам себе строил, сам себе сдавал, сам эксплуатировал. Есть там группа домов с грубейшими нарушениями по толщине ограждающих конструкций. Там, скажем так, очень холодно. Ими нужно заниматься в первую очередь. А вообще вот пилотный проект предвидится какой-то вот как раз о том, о чем вы сказали? Например, берется там квартал, да, там 5 домов, 3 дома. И вот для того, чтобы увидеть, как это. Значит, мы сделали первый дом, но сделали не в полном объеме, опять же, из-за скудности финансового ресурса на тот момент, утеплили только стены на Намыве. Есть необходимость закончить этот объект и потом проанализировать, какое потребление тепловой энергии
и сколько мы реально экономим. А вот насчет утеплили только стены, а что еще туда входит? Потому что то, что мы внешне видим, да, то, что люди делают, ну вот они и собственно, и делают то, да, они утепляют стену вот вокруг своей квартиры, а что еще входит? Если мы говорим про отдельно стоящий жилой дом, то утепление должно идти, начиная от подвала, заканчивая чердаком. Необходимо менять все входные группы, ставить энергосберегающие конструкции, то есть двери, окна, утеплять чердак в первую очередь, ну и в зависимости от технического решения, как подскажут проектанты, по подвальному помещению. Еще один есть у нас вопрос, он поступил от наших местных жителей. Я думаю, что те, кто следит за развитием событий, за новостями, которые и вообще за событиями, которые происходят у нас в городе, помнят, что зимой по Потемкинской 59 дом, несколько квартир, жители пострадали от того, что провалилась крыша вследствие большого снегопада и старости, скажем, этого дома. Было сделано достаточно много, было обещано достаточно много. Сейчас жители обратились, и вот давайте посмотрим сюжет, да, вот их видение давайте. Ситуации на сегодняшний день, и потом Валентин Васильевич прокомментирует. Хорошо. Пожалуйста. Наприкінці вересня бригада ремонтників, яка відновлювала стіну, що впала, та дах постраждалого будинку, повернула власникам квартир ключі. Людям оголосили, що ремонт завершений. Та жителі будинку обурені. Вони стверджують, до квартир не підвели жодних комунікацій. Після аварії відрізали світло та газ, під час ремонту – каналізацію і воду. Також у помешканнях, які були в переліку постраждалих внаслідок обвалу стіни, відсутнє опалення. Не говорячи вже про косметичний ремонт, який ще у серпні нам на камеру обіцяв начальник управления житлового господарства Андрей Палько. Приступим к работам уже отделочным непосредственно в самих квартирах и коммуникациям, естественно. Попри ці обіцянки, ремонтники бригади СМУ-8, які здійснювали ремонт будинку, заявили, що про косметичний ремонт вони нічого не знають, а комунікація, мовляв, не їх клопіт. Підключайте власним коштом. Хочемо в своїй квартирі, але не в таку, як вона зараз є, а в нормальній, так, як ми оставили. 2 января этого года нас выселили, мы вышли с нормальных квартир, с жилых. Ну а теперь власти нам как бы говорят, что ну неизвестно, был газ у вас или не был, работали у вас батареи или нет, а может быть у вас и воды не было или плохо она у вас была. Жінка гірко жартує, що, мабуть, зимувати доведеться в коридорі. На відміну від її квартири, у ньому зробили добротний ремонт та гарно пофарбували. На додачу до повного безладу в житлі Анжели Білоусової, ремонтники забули виконати елементарні роботи. Місяць назад позвонила майстер ЖЕКа, сказала, що Анжела Анатольовна, у вас газок, в вашій квартирі газ не буде підключений, так як у вас немає димохода. Говорю, де він? Строїтелі забули. Приходите, принесите документацию. Принесла документацию на дымоходы, ну и до сих пор не знаю, сделали дымоходы, не сделали, будет газ, не будет газа. Зараз жінка живе на дачі без опалення, але її міська квартира без комунікацій нічим не відрізняється від позаміського будиночка. Численні запити до представників влади залишаються без відповідей. Так само, як і наші звернення до начальника управління житлового господарства Андрія Палька, який тримав ремонт у будинку по Потьомкінській 59 на особистому контролі. Вот ситуация, вот то, что говорит человек, который очень заинтересован в том, что все-таки вернуться в свою квартиру после многомесячного отсутствия. Что вы можете сказать? Ну, для начала то, что случилось, это 2 января уже было сказано. Попали у нас 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 квартиры. Значит, 10, 11 были отселены на Шевченко, 19, это городской объект. Обслуживание незащищенных слоев населения. С трех квартир было вывезено имущество на Бутома-3А, это дом коммунальной собственности. После этого проведено техническое обследование, выполнен проект, проект прошел экспертизу. Как и при любом объекте, когда выполняется демонтажная работа, возникают какие-то дополнительные виды работ, которые на момент обследования не были выявлены. Значит, почему, скажем так, проблема была до сегодняшнего дня? Ну, первое, подрядчик заключил договор на те виды работ по проекту, который он видел сразу. Основные работы он сделал, это восстановил перекрытие, кровлю, отремонтировал фасад. По этой смете он сделал все на 90%. Дальше необходимо было допсоглашением учесть все работы, которые не были в
проекте первоначально, просчитать их и закончить работы. Почему ответили так строители, мне тяжело говорить, вместо них комментировать. Но то, что с понедельника возвращаются строители на выполнение работ отделочных и на восстановление всех инженерных коммуникаций, это так. Не буду кривить душой, знаю, что на момент отключения газа были работники Бургаза, и некоторые квартиры были подключены по газу с нарушениями. Я не говорю, что они останутся без газа. Просто этот вопрос будем дополнительно решать совместно с представителями облгаза и жителями. Ну, чтобы, скажем так, не обвинять друг друга. То, что задача поставлена восстановить жилье, чтобы люди вернули в не худшие квартиры, значит, я думаю, что мы с вами сможем в этом убедиться, ну, скажем так, к концу месяца. Спасибо большое. Я думаю, что Наталья Якобсон, к которой и обратились эти жители, наша коллега, она будет очень внимательно следить. И через месяц посмотрим и будем радоваться вместе с жителями, которые вернутся в свои обновленные квартиры в хорошие условия, тому, что действительно Новый год они будут встречать у себя дома. Я вам благодарна за то, що ви були в нашій студії. Я дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви були з нами цей час. Нехай так буде і надалі, а я прощаюся з вами до наступної зустрічі в нашому телеефірі.